Из Германии в Россию на железном коне проездом в Новосибирске побывали немецкие байкеры, совершающие мотопробег по нашей стране. Он стартовал в Гамбурге и завершится на берегу Байкала. С путешественниками встретилась Алия Арзаева. Юрген Гришет – немецкий байкер с русскими корнями. Раз в несколько лет он собирает единомышленников и отправляется в мотопробег по России. Новосибирск – постоянный пункт этих путешествий. Участники мотопробега осуществляют две своих мечты. Первая – это посмотреть и узнать Россию и Сибирь. И вторая – проехать по Транссибирской магистрали. Верный спутник Юргена – Эгон. Он был в России уже 12 раз и успел выучить русский язык. Я очень рад быть здесь, в Новосибирске, еще раз. Это хороший город, я люблю этот. Вообще я люблю Сибирь, это у меня... самая любовь страны это. В Новосибирске гостей из Германии встречают местные байкеры, представители клуба «Белые волки». Это уже не первая встреча, так что общаются они как старые друзья. Двухколесные братья не имеют значения. Германия, там, Россия, то есть мы братья, и ими останемся. Маршрут мотопробега составили таким образом, чтобы показать гостям основные достопримечательности города. Сначала возложили цветы к вечному огню у монумента славы. Затем уже знакомым с новосибирском немцам показали новый Бугринский мост. Я приехал из Гамбурга. А Гамбург – это город мостов. Ни в одном городе нет столько мостов, как в Гамбурге. Но такого красивого у нас нет. Дальше колонна железных коней проехала через центр города. Остановку традиционно сделали на площади Ленина. По словам немцев, с последнего их визита город заметно преобразился. Здесь, возле гостиницы «Новосибирск», закончился сибирско-немецкий мотопробег. Дальше путь немецких байкеров лежит на Байкал. Алия Арзаева, Алексей Погудин, новости ОТС.